когда у начинающего ученика возникает такое ощущение тяжести в сердце, нужно очень быстро пригнуть голову и включиться в группу, стать маленьким среди больших. После того, как он включается в группу и находится внутри них, может уже начать сосредотачивать силы, ощущения, понимание и не бояться того, что внезапно возникающий эгоизм его съест. Потому что он сейчас находится среди людей, окружающих в новой сути. Это наверняка так. Относительно желания получать, которое возобладает в нас, у нас нет никакой возможности с ним бороться и никакой премудрости, чтобы с ним бороться, а только принизить себя, но не относительно этого желания получать, а относительно группы. Это обычная наша ошибка, которую мы часто совершаем. Если мы не принижаем головы относительно группы, мы автоматически принижаем голову перед эгоизмом. Тут как раз наш выбор, относительно кого принизиться. Потому что возникает удар, идет волна, цунами, все. И тогда, если ты держишься за группу, как Раби Акива говорил, как он спасся на утонувшем корабле. Он ухватился за доску и перед каждой волной пригибал голову, держась за эту доску. И таким образом спасся.